Наташа Ричардсон. «Медные буки». Автор сценария Билл Крейг. Что-то не так? Человек, который любит искусство ради искусства, самое большое удовольствие зачастую черпает из наименее значительных и ярких его проявлений. Да? Вы так считаете, Холмс? Да, Ватсон, вы хорошо усвоили эту истину при изложении наших скромных подвигов, которые порой вы пытаетесь приукрашивать. Вы уделяете внимание не столько громким делам и сенсационным процессам, сколько случаям самим по себе незначительным, но зато представляющим большие возможности для дедуктивных методов мышления и логического синтеза, что особенно меня интересует. Но, тем не менее, я стремлюсь к сенсации. Возможно. Но вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Стараясь приукрасить и оживить ваши записки, вместо того, чтобы ограничиться сухим анализом причин и следствий, который один может вызвать интерес в том или ином деле. Вы всегда бросаетесь в спор, когда курите эту трубку. Мне кажется, я отдаю вам должное в моих записках. Нет, нет. Это не эгоизм и не тщеславие. Если я прошу отдать должное моему искусству, это лишь потому, что... Потому что преступление – вещь обычная, а логика – вещь редкая. Именно на логике, а не на преступлении, вам следовало бы сосредоточиться. В самом деле, Холмс, я не думаю, что мои рассказы заслуживают такое. В конце концов, благодаря им, ваше имя на устах публики. Да перестаньте. Какое дело публики, великой, но лишенной наблюдательности, едва ли способной по зубам узнать ткача или по большому пальцу левой руки наборщика до тончайших оттенков анализа и дедукции. Но даже если вы банальны... Я вас не виню, ибо дни великих дел сочтены. Человек, или, по крайней мере, преступник, утратил предприимчивость и оригинальность. Да, утратил. Да что вы! Боюсь, что это так. Что же касается моей скромной практики, то я, похоже, превращаюсь в агента по розыску утерянных карандашей или наставника молодых леди из пансиона для благородных девиц. Мой дорогой друг, как вы можете говорить такое? Думаю, что наконец-то понял, на что гожусь. Это письмо
которую я получил утром, означает, что мне надо заняться другим делом. Господи, да откуда оно? Читайте. Дорогой мистер Холмс, мне очень хочется посоветоваться с вами по поводу предложения занять место гувернантки. Если это будет вам удобно, я зайду к вам завтра в 10:30. С совершенным почтением, Вайолет Хантер. Ваше письмо меня несколько озадачило, мисс Хантер. Дело, по которому вы просите у меня совета, лежит в стороне от обычного поля моей деятельности. Да, я понимаю. Извините, что беспокою вас, но со мной произошло нечто весьма необычное. Вот как? Так как у меня нет ни родителей, ни родственников, к которым я могла бы обратиться, я решила попросить совета у вас. Что мне делать? Я буду счастлив помочь вам, как только смогу. Продолжайте. В Вест-Энде есть известное агентство по найму Вест-Уэй. И я взяла за правило заходить туда раз в неделю в поисках чего-нибудь подходящего. Всем заправляет там некая мисс Стоппер. Она сидит у себя в кабинете, а женщины, которые ищут работу, ожидают приемной. Их по очереди вызывают в кабинет, и она, заглядывая в свой гроссбух, предлагает им те или иные варианты вакансии. Спасибо, доброе утро, мисс Квин. Мисс Квин уже несколько лет числится в нашем агентстве и имеет отличные рекомендации. Фактически, если бы у мисс Квин не было отличных отзывов от предыдущих нанимателей, мы не стали бы предлагать ее кандидатуру вам. Благодарю вас, мисс Квин. А вот это подойдет. Лучшего и желать нельзя. Грандиозно. Грандиозно. Великолепно. Пожалуйста, садитесь, мисс Хантер. Так вы ищете место, мисс? Да, сэр. Гувернантки? Да, сэр. И сколько вы хотите получать? Полковник Спенс Монтро, у которого я служила, платил на 4 фунта в месяц. Он дал ей отличные рекомендации, мистер Рукасл. О, да, несомненно. Но все же 4 фунта в месяц. Вам кажется, это слишком много? Слишком много, но это же настоящая эксплуатация. Как можно предлагать столь ничтожную сумму леди, наделенной такой внешностью? Мои достоинства, сэр, возможно, менее привлекательны, чем вы это предполагаете. Я немного знаю французский, немного немецкий, музыка, рисование. Вот как, значит, и говорить не о чем. Если в двух словах, вопрос тут вот в чем. Обладаете ли вы манерами настоящей леди? Надеюсь, что да, сэр. Если нет, то вы нам не подойдете, так как речь идет о воспитании ребенка, чье происхождение и достоинство указывают на его блестящее будущее. А если да, имеет ли право джентльмен предложить вам сумму, выраженную менее чем трехзначным числом? Трехзначным, сэр? Сударыня, у меня вы будете получать для начала 100 фунтов в год. Я даже не знаю, что и сказать. В моих обычаях также платить моим юным леди часть жалования вперед. Ну, чтобы они могли оплатить мелкие расходы во время путешествия и приобрести какие-нибудь необходимые вещи. Благодарю вас, сэр.
А где вы живете, сэр? В Хэмпшире. Очаровательная сельская местность. Медные буки. Это в 5 милях от Винчестера. Чудное место, моя дорогая юная леди. И восхитительный старинный загородный дом. Какие у меня обязанности, сэр? Хотелось бы знать, в чем они состоят. Один ребенок, очаровательный маленький проказник 6 лет. Как мило. О, мисс Топпер, если бы вы только видели, как он убивает тараканов. Не успеешь моргнуть, а 3 как не бывало. Он очень умный. Так значит, все, что я должна делать, присматривать за ребенком? Нет, нет, это еще не все, моя юная леди. Так, что же еще? Вам придется также, я уверен, вы примете это как должное, выполнять некоторые прихоти моей жены. Вы сказали прихоти? Ну, разумеется, это будут такие поручения, которые не будут унижать вашего достоинства. Как видите, все просто. Крайне просто. Я буду рада оказаться вам полезной. Вот и отлично. Ну, например, платье. Мы немного чудаковатые люди, но с добрым сердцем. Если мы попросим надеть вас платье, которое мы дадим вам, ведь вы не станете возражать против такой маленькой прихоти? Ну, нет. Или сесть там, где мы скажем вам. Это ведь не обидит вас? Нет. Или остричь волосы перед приездом к нам. Остричь волосы? И довольно коротко. Боюсь, что это совершенно невозможно. А я боюсь, что это весьма существенно. Это маленькая прихоть моей жены. Дамским капризам, сударыня, следует потакать. Значит, вы не сможете остричь ваши волосы? Нет, сэр, боюсь, что не смогу. Ну что ж, ладно. Жаль, конечно, потому что в остальном вы нам идеально подходите. В таком случае, мисс Топпер, мне придется познакомиться с другими юными леди. Мисс Хантер, вы хотите остаться в наших списках? Если можно, мисс Топпер. Думаю, это бесполезно, раз вы отказались от самого интересного предложения. Не думаете же вы, что мы будем лезть из кожи, чтобы найти для вас подобное место? Простите, мисс Топпер, но мои волосы... Всего хорошего, мисс Хантер. Да по какой причине ему потребовалось, чтобы вы обрезали волосы? Понятия не имею. Довольно странная прихоть. И, как вы можете заметить, у меня довольно густые волосы, особенного каштанового оттенка. И они, позвольте заметить, весьма красивы. Вероятно, так оно и есть. Я просто не могла и думать о том, чтобы вот так тотчас пожертвовать собой. Разумеется. И я так думала. Но уже на следующий день я подумала, что совершила ошибку. А еще через день перестала в этом сомневаться. И вот я получаю письмо от этого странного джентльмена. Вот оно, я прочту вам его. Дорогая мисс Хантер, мисс Топпер любезно согласилась дать мне ваш адрес, и я пишу вам, желая узнать, не переменили ли вы свое решение. Мы готовы платить вам 10 фунтов в месяц или 120 в год в качестве компенсации за те неудобства, которые могут причинить вам наши прихоти. А ваши волосы? Здесь он непреклонен. Что же касается ваших волос, их действительно очень жаль. Во время нашей короткой беседы я заметил, как они хороши. Тем не менее, я должен настаивать на этом условии и надеюсь, что прибавка к жалованию будет вам наградой за эту потерю. Это так. Мой разум подсказывает мне, что мне следует принять это предложение. Но прежде чем решиться на это, я сочла разумным познакомить вас с этим делом.
Ну что ж, мисс Хантер, раз вы решились, значит, дело сделано. Но если у вас вдруг возникнут подозрения или опасность... Опасность? Какая опасность? Если бы мы могли ее предвидеть, то смогли бы и предотвратить ее, но в любом случае, в любое время дня и ночи пришлите телеграмму. Ну, тогда все в порядке. Я немедленно напишу письмо мистеру Рукаслу и с легким сердцем отправлюсь в Хэмпшир. Благодарю вас. Что скажете, Холмс? Признаюсь, это место не из тех, что я пожелал бы для своей сестры. Мой работник Толлер любит охранять нас. Вы чего-то боитесь, мисс Хантер? Вовсе нет, мистер Рукасл. Это хорошо. А ты, должно быть, Эдвард. Я очень хотел с тобой познакомиться. Эдвард, это наша новая гувернантка, мисс Хантер. Я смотрю, ты уже приготовил ей подарок. Молодец, отличный выстрел. Это и есть медные буки, мистер Рукасл? Они все почти засохли. Вот мы и дома. Проходите, проходите. Миссис Толлер, это мисс Вайолет Хантер, новая гувернантка нашего Эдварда. Здравствуйте, мисс Хантер. Ваша комната уже готова. Благодарю вас. Давай, Толлер, принеси багаж. Как только вы отдохнете после поездки, мисс Хантер, мы с вами немного погуляем по поместью. У вас действительно большое поместье, мистер Рукасл? Да. Большое поместье нужно охранять. Взгляните сюда. Ну, каков красавец. Да не пугайтесь вы. Это Карло, мой мастиф. Я называю его моим, но фактически только Толлер может справиться с ним. Он спускает его на ночь, и да поможет Бог тому, в кого он вонзит свои клыки. Мы кормим его лишь раз в день, не более, и он всегда чертовски голоден. Ради Бога, ни под каким видом не переступайте порога дома ночью, ибо вам суждено тогда распрощаться с жизнью. Ну, пойдемте.
Скоро придет миссис Рукасл и сама скажет, какое удовольствие вы нам доставили, приняв это предложение. Оно довольно щедрое, сэр. Хотя его условия, мне кажется, до сих пор странными. Очень странными. Вы имеете в виду наши маленькие причуды? Да. Это все мелочи. Моей жене очень нравится цвет электрик. Мы были бы очень благодарны, если бы вы согласились надеть такое платье утром. Но у меня нет такого платья. Зато у нас есть. Ведь если вы просто посидите здесь, в этом платье у окна, это не причинит вам неудобства. Не так ли? Нет. Здравствуйте, мисс Хантер. Извините, что я не вышла встретить вас. Небольшое недомогание. Надеюсь, вам сейчас лучше? Намного лучше. Благодарю вас. Мы как раз говорили о голубом платье. Да. Я думаю, оно будет вам к лицу. Интересно, чем все-таки вызвана ее просьба приехать? На этот счет у меня есть несколько версий, каждая из которых может все объяснить. И какой же вы отдаете предпочтение? Пока никакой. Мне нужны факты. Как можно лепить кирпичи, если под рукой нет глины? Как все-таки здорово уехать подальше от туманов Бейкер-стрит. До чего же приятно смотреть на все эти очаровательные маленькие фермы. Знаете, Ватсон, беда в том, что я воспринимаю окружающее слишком субъективно. Слишком профессионально. Но это ведь не делает этот пейзаж менее восхитительным. Вот вы смотрите на эти рассеянные вдоль дороги дома и восхищаетесь их красотой. А я думаю только о том, как они уединены и как безнаказанно можно совершить здесь преступление. О, Господи, Холмс, как вам только в голову приходит связывать эти домики с преступлением? Они внушают мне страх. Я уверен, Ватсон, что в самых отвратительных трущобах Лондона не происходит столько страшных грехов, сколько в этой красивой местности. Эта леди просит у нас помощи. Если бы эта дама жила в Винчестере, я бы не боялся за нее. Расстояние в 5 миль от города. Вот где опасность. 5 миль от города. Что бы это могло значить, мистер Холмс? Боюсь, фактов у нас пока маловато.
Пожалуйста, продолжайте, мисс Хантер. Я могу сказать, что с первого взгляда я не заметила в мистере и миссис Рукасл ничего такого. Но единственное, что я не могу понять... Не могу понять... Что вы не можете понять? Причин их поведения. Первые два дня после моего приезда в Медные Буки все шло спокойно. На третий день, после завтрака, я спустилась вниз и застала хозяев гостиной. Мистер Рукасл сообщил мне, что платье цвета электрик уже ожидает меня в спальне, и попросил надеть его. Я сделала так, как он просил. Замечательно, мисс Хантер, просто замечательно. Ты согласна со мной? Лучше не может быть. Будто бы шито на нее. Пожалуйста, присядьте, мисс Хантер. Отлично, просто отлично. Если не возражаете, вот сюда, мисс Хантер. Сюда, сюда. Отлично. Вам удобно? Вполне, благодарю вас. А как долго мне оставаться здесь, сэр? Может быть, час, а может и дольше. Час? Но, уверяю вас, скучно вам не будет. Давайте обсудим, как бы мы могли развлечь вас. Вы любите веселые истории, мисс Хантер? Что? Да. Тогда я расскажу вам кое-что. Это, уверяю вас, совершенная правда. Я расскажу вам о Джордже. Он служит в нашей церкви. Вот уж действительно примечательная личность. Если кто-то ищет дорогу в Винчестер, то может перепутать этого чудака с чучелом. Ноги у него кривые, руки растопырены в стороны. Вот так. Голова похожа на репу. А на этой голове совершенно несуразная шляпа. Потом мистер Рукасл принялся ходить взад и вперед по комнате и рассказывать самые смешные истории, какие я только слышала в своей жизни. Вы представить себе не можете, как комично он это делал. И я хохотала до изнеможения. Два дня спустя эта сцена повторилась. Этот кусочек рыбы я уже не съем. Боже, сохрани, мисс Хантер. Час уже прошел? Когда тебе интересно, время летит быстро, сэр. Я рад это слышать. Ну а сейчас пришло время для ваших трудов. Идите, переоденьтесь и присмотрите за малышом Эдвардом в детской. Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, как меня удивил весь этот спектакль. Я не знала, что и думать. Так как я сидела все время спиной к окну, я сгорала от желания узнать, что же происходит на улице. В следующий раз я спрятала в руке маленький осколок зеркала. Ох уж этот Джордж! В самый разгар веселья я приложила платок к глазам и сумела рассмотреть все, что было позади меня. Но там ничего не было. По крайней мере, на первый взгляд. Но, присмотревшись, я заметила бородатого человека, стоявшего на дороге. Он пристально вглядывался в дом. Я опустила платок и увидела, что миссис Рукасл испытующе смотрит на меня. Она не сказала ничего, но я уверена, что она поняла, что у меня в руке зеркало. Джеффро, на дороге стоит какой-то мужчина и разглядывает мисс Хантер. Правда?
Может быть, это ваш знакомый? Нет, я не знаю никого в этих краях. Подумайте, какая наглость. Это недопустимо. Пожалуйста, повернитесь и помашите ему, чтобы он ушел. А не лучше ли просто не обращать внимания? Нет, нет, он все время будет здесь слоняться. Повернитесь, мисс Хантер, и помашите ему вот так. Это было неделю назад. С тех пор я больше не сидела у окна, не надевала то синее платье и не видела человека с бородой. Но ведь случилось еще кое-что. Событие, которое побудило вас обратиться ко мне за помощью. Да. Да. Мистер Холмс, мне еще никогда не было так страшно. Не беспокойтесь, мисс Хантер. Соберитесь и расскажите, что это было. Одно крыло этого дома, по-видимому, было нежилым. Дверь, которая вела туда, находилась напротив комнаты Толлеров и была всегда заперта. И только вчера у меня появилась возможность проникнуть за эту дверь. Толлер! Да. Значит, это были вы. И я так и подумал, когда увидел, что дверь открыта. Как же я перепугалась. Моя дорогая юная леди, что же вас там так напугало, моя дорогая юная леди? По глупости, я забрела в нежилое крыло. А вы заметили, что оно было заперто? Да. У меня есть одно хобби – фотография. И я оборудовал там темную комнату. Но до чего же вы наблюдательны, моя дорогая юная леди? Там так пусто и такой мрак, что я испугалась и убежала. Господи, как же там страшно. Это все? Да. Что же еще? Нет, это все.
Почему я запер эту дверь? А откуда же мне знать? Чтобы посторонние не совали туда свой нос. Уверяю вас, если бы я только знала. Что ж, теперь знаете. Если вы хоть раз переступите этот порог, я скормлю вас моему мастифу. Я была так напугана, что не знала, что делать. И тогда я подумала про вас, мистер Холмс. Я без труда получила разрешение съездить в Винчестер сегодня утром. Но мне нужно вернуться к 3 часам, так как мистер и миссис Рукасл едут кому-то в гости, и поэтому я весь вечер должна присматривать за ребенком. Теперь я рассказала вам все свои приключения, мистер Холмс. Что все это значит? И как мне поступить? А у этого неразговорчивого Эдварда есть друг? Да. Такой же неприятный парень с одной из ферм. Замечательно. Мы с доктором Ватсоном приедем в Медные Буки приблизительно в 4:30. Но перед этим я бы хотел, чтобы вы исполнили 2 мои просьбы. Я не обратился бы к вам с подобным предложением, если бы не считал вас женщиной незаурядной. Ты все сделал? Да. Миссис Толлер. Миссис Толлер. Миссис Толлер. Кажется, Эдвард закрылся в погребе. В погребе? Я не могу его нигде найти, а ему уже время идти спать. Я не вижу причин, почему этот господин Эдвард должен запираться в погребе. Дверь была открыта, и я видела, как Толлер выходил с бутылкой. Возможно, он решил побить таракана внизу. Дверь заперта. Заходите, мисс. После вас. Вот мы и у цели. Холмс, а вы уверены, что этот мастиф не на свободе? Я ни в чем не уверен, пока мы не доберемся до дома.
Господи, что это было? Заходите быстрее. Налево, мистер Холмс. Здесь точно произошла какая-то мерзость. Похоже, кто-то ушел через крышу. Элис! 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 Элис? Элис? Где? Где моя дочь? Это вы меня спрашиваете? Его дочь? Шпионы, воры и шпионы. Но я поймал вас. Вы в моей власти, я вам покажу. В его власти? Что это значит? Он пошел за собакой. Ватсон. Боже, кто-то выпустил собаку. Ее два дня не кормили. Быстрее, пока не поздно. Он все еще без сознания. Я сделал все, что мог, но ему нужен хирург как можно быстрее. Я уже отправил Толлера и миссис Рукасл за врачом. Как жаль, мисс, что вы не предупредили меня о своих намерениях. Я бы убедила вас, что вы стараетесь напрасно. Значит, миссис Толлер известна об этом больше, чем кому бы то ни было. Да, сэр. И я готова рассказать вам все, что знаю. Но если вмешается полиция, я прошу вас помнить, что я была другом мисс Элис. Мисс Элис? Это дочь мистера Рукасла от первого брака. Ага, вот загадка запертой башни. Садитесь, пожалуйста, и расскажите нам все, что вы знаете. Расскажите. Хорошо. У мисс Элис не было счастья с тех пор, как ее отец женился вторично. На нее не обращали внимания, с ней не считались. Но совсем плохо стало с тех пор, как она встретила мистера Фаулера. А кто такой этот Фаулер? Ну, это был ее возлюбленный. Вы, наверное, видели его на дороге возле поля. Да. А каким образом присутствие мистера Фаулера привело мисс Элис к таким ужасным условиям?
Насколько мне известно, у мисс Эллис по завещанию были собственные деньги. Но уж такой робкой и терпеливой она была, что и словом не заикнулась про них, а просто передала все в руки мистера Рукасла. Он знал, что в отношении денег ему беспокоиться не стоило. Но перспектива замужества, когда супруг может потребовать все, что принадлежит ему по закону, заставила его призадуматься и перейти к действиям. Он хотел, чтобы она подписала бумагу о том, что только он имеет право распоряжаться деньгами, независимо от того, выйдет она замуж или нет. Она отказалась делать это, и он не отставал от нее до тех пор, пока у нее не началось воспаление мозга. 6 недель она находилась между жизнью и смертью. Потом, наконец, ей стало лучше, но она стала похожей на тень, а ее прекрасные волосы пришлось остричь. Отец отвел ее в башню и содержал там как преступницу. Но молодого человека это ничуть не смутило. Он оставался ей предан. И тогда мистер Рукасл привез мисс Хантер из Лондона, чтобы она сыграла роль мисс Эллис, чтобы избавиться от настойчивости молодого человека. Все так и было, сэр. Но мистер Фаулер, будучи человеком упрямым, как и подобает настоящему моряку, осадил дом. Встретившись с вами, он сумел звоном монет и другими способами убедить вас, что у вас с ним общие интересы, так? Мистер Фаулер умеет уговаривать, и он очень щедрый джентльмен. Ему удалось сделать так, чтобы ваш супруг не испытывал недостатков в спиртном, чтобы ворота были не заперты, мастиф был на цепи и лестница была наготове. Именно так, сэр. Все и произошло. Вот так была раскрыта тайна страшного дома с медными буками у крыльца. Мистер Рукасл остался жив, но превратился в полного инвалида, и существование его теперь целиком зависит от забот преданной жены. Они все так же живут со своими преданными слугами, которым, наверное, так много известно из прошлой жизни мистера Рукасла, что у него нет сил расстаться с ними. Мистер Фаулер и мисс Рукасл обвенчались, и сейчас он правительственный чиновник на острове Святого Маврикия. Мисс Хантер сейчас директор частной школы Уоллс-Холле, которой она руководит, я в этом нисколько не сомневаюсь, весьма успешно. Ну, что скажете, Холмс? Я считаю, что неплохо, Ватсон. А вам не кажется, что я слишком приукрасил? Дорогой друг, я далек от такого суждения. У вас великолепный литературный стиль. Согласен. На русский язык фильм озвучен дистрибьюторской компанией «Видеофильм».